Да. На море. Следующая темка у нас пошла. По мозгам пока поговорили. Задавайте вопросы. Следующая темка. Ну, там вот, где я был, жил на Азовском море, в Крыму, там было очень много медуз. Ну, в принципе, понятно, почему. Там на берегу такие а-ля бунгало сделаны. Люди живут в них, там практически никаких удобств нет, кроме возможности приготовить пищу. Туалет у них общественный, они туда, блин, носят эти самые ведра свои. Посуду моют в море. Естественно, блин, органику, блин, идут медузы. А народ, соответственно, удивляется, какого лешего здесь только медуз. Я, соответственно, ходил банально на другой пляж за мысочком, там медуз. А там медуз не было. Там, потому что посуду никто в прибое не моет. Да. Или еще дальше туда. Там совсем хорошо, вообще никого нет. Но, так как я столкнулся с этими медузами в прошлом году, еще не понимая, что происходит в этом году, порылся, выяснил, что эти медузы, они еще и съедобные. Ну и, соответственно, почитал про это, что медузы, оказывается, являются там частью кулинарного стола, значит, Японии, Кореи, там. Как все это готовится? А то мысля была. Раз медуз много, что бы не пожарить-то? Гриль-то у меня с собой же был. Вот. Оказывается, там надо в растворе со специями все это дело, медузу выдерживать там порядка 15-20 дней. Репу почесал, блин, потом ее надо подвялить, там на ветерочке, на солнышке, блин, подсушить, как бы так вот подвялить. И вот тогда потом можно ее там как-то уже готовить. Думаю, блин, странно. Каким образом эти японцы дошли до вот таких вот изысков-то с медузами? А потом заехал в одно место. А вот. Потом заехал в одно место. На Черном море. Нет. А, этот пролив как раз вот был с Азовского туда в Черное. Смотрю, там эти медузы валяются на дне. Тут вот на мелководье они валяются на дне, дохлые. И тогда-то до меня дошло. Каким образом-то получилось вот этот кулинарный шедевр-то, блин, через «ы». Бедные японские крестьяне. А если вы поизучаете историю Японии, вы поймете, что японские крестьяне были беднее церковной мыши, на самом деле. Судя по всему, блин, банально опытным путем поняли, что медуза, вылеженная в воде, съедобнее, чем медуза, блин, свежевылопленная. То есть вот он, блин, весь тебе раствор со специями. Все. Медуза валяется дохлая на мелководье. Не, она там на дне, прибоя практически нет. Ну, в бухточке, блин. Ну. Красота. Понятно, да? Поэтому, когда вы вдруг получите предложение испробовать, понимаете ли, блин, экзотическое блюдо из медузы, вы теперь будете понимать, что вам банально предлагают, блин, дохлых медуз пожарить. Как-то так.